Проект первого этапа строительства проспекта Карла Маркса в Самаре одобрила правительственная комиссия по транспорту, которую возглавляет вице-премьер Федерального кабинета министров Аркадий Дворкович. Финансирование 3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Предусмотрено участие регионального бюджета, а также внебюджетных источников. Деньги планируются выделять с 2019 по 2024 годы. Строительство автомагистрали по улице Карла Маркса было предусмотрено в генеральных планах развития города еще с 1937 года. После завершения работ магистраль станет осью областного центра и свяжет городские транспортные артерии с дорогами регионального и федерального значения. Также участники заседания рассмотрели вопрос включения Самарской области в систему международных транспортных коридоров. Сейчас есть несколько вариантов прохождения автодорожного маршрута Европа-Западный Китай. Какой из них выбрать, станет ясно после технико-экономического анализа.